как вам, ребят? Белочка кушает. Смотрите, смакует. А внизу птички кушают. Птичка. Испугала птичка. Иди спускайся, не бойся. Вот так, ребят, птичка спорхнула, и белочка испугалась. Всем привет, ребята, вы на канале «Ушел по делам». Вот приехал в парк Кузьминки покормить лисят. Пришел к ним в логово. Посмотрите, кто здесь меня встречает. Чика. Сейчас ее покормим. Чичи пока нету. Привез немножко колбасы и сосисек. Вот, ребят, сосиски порубленные. Да, у них есть. Ребят, побежала закапывать. Носиком прикапывает. Значит, не голодная. Так, и что она хочет? Что, ты еще будешь? Ты же вроде не ешь. Ребят, сейчас попробую дать ей колбасочку. Интересно, прикопает она ее или съест. Такой кусочек колбаски. Иди бери. Иди бери, кушай. Не хочет, ладно. Тогда сосиску опять дадим. На, иди бери. Тоже не будешь? Не хочешь? Ну ладно. Ну что, ребят, Чика не хочет, видно, она сыта. Че ты? По кругу меня будешь обходить? Или ты так просто поздороваться приходила? Видите, ребят, Чика изучает мой велосипед. Что ты там нашла-то? Кстати, грибы есть? Не видела? Ребят, изучает камеру. Ну ладно, что, подождем тогда Чичи. Сейчас еще раз попробую Чики дать, будет, нет. Ребята, а это кушает. Скушала. Кушает. До этого закапывала. Ну что, ты еще будешь? Еще будешь? Ну давай. Колбаску давай дадим тебе вкусную. Ребята, такая колбаска вкусная. Вот я молодец. Боялся, не дай бог, еще мне пальцы прихватит. Колбаска маленькая. Так, побежала. Неужели зарывать? Такая колбаска вкусная. Да, ребят, прятать пошла. Ну что, ребят, подождем Чичи тогда. И покормим его. Ну что, ребят, подъехал я к другой норе. Что там по поводу питания? Смотрите, принесли корм из пачек. Ложка такая достаточно большая, глубокая. Вот.
Воды, правда, немного. Был я еще у одной норы. Там кто-то каши принес. Тоже корм есть из пачек. Вот. Встретила только пока Чику, маму. Больше никого пока нет. Ну, наверное, еще они спят. Ну, подождем. Обычно они где-то сейчас уже часиком 6 просыпаются. А летом где-то в 5:30. Ближе к зиме они начинают чуть позже. Значит, мы увидимся. Ребята, еду на велосипеде, смотрите, под песенку «Значит, мы увидимся» и Чичи. Чичи ищет мышек. На дороге мне встретился. Чичи! Смотрите, он весь в охоте. Чичи! Привет! Смотрите, кого ты ищет. Ну ты, беглец. Ты уже, смотрю, рано сегодня встал, да? Смотрите, что ты ищет. Так. Пойду возьму что-нибудь покушать. Сейчас посмотрим. Что-то он весь занятой такой. Обратит ли на меня внимание? Ребят, Чичи там охотой занят. Сейчас посмотрим, подойдет он, нет. Чичи, на. Иди сюда. Охотник. На, иди. Иди кушай, нет никого. Слышит, мотоциклы едут. Так, побежал. Интересно, закапывать будет или нет? Да, закапывают. Но они не голодные. Че, еды там хватает везде. Вот, ребят. Колбасочка порубленная. Ой, сосиски порубленные и колбасочка. Чичи подошел. На, аккуратнее бери. А то пальцем не отхватишь. Да, прячет. Роет. И носиком закапывает. Чичи на работе. Давай аккуратнее только бери. Оп, молодец. Ребят, смотрите, нычки делает. Давайте попробуем дать ему колбаску, посмотрим. Колбаска вкусная. Кушай. Колбаску должен съесть. Не закапывает. Значит, сытый. Ну что, ребят, у меня осталось там 3 обрубка сосисек. Хочу дождаться малыша. Малыша давно не видел. Ну как, я его видел недавно, но вот за 3 недели один раз. Может быть, получится его покормить. Так, Чичи насторожился, потому что кто-то идет с собакой и с палками. Так, посмотрим реакцию Чичи. Смотрите, следит. Все, побежал. Ну, правильно, собака, она без поводка. В свободном полете Чичи побежал. Ну что, ребят, Чичи сделал ноги, потому что увидел собака, что шла не на поводке. Вот, бежал он лесом. Ну что, подведем итог. Встретил я маму Чику, покормил ее немножко, потом встретил Чичи. Чичи даже, по-моему, ничего не съел, все старался закопать. У меня еще осталось 3 кусочка сосисек нарезанных. Хочу попробовать дождаться малыша. Ну что, ребят, Чичи я так не дождался. Больше он не приходил. Я
поехал, съездил, посмотрел на другую нору. Вот, там его тоже нет. Ну, в общем, что, какие выводы? Сегодня встретили мы чику, чичи. Я немножко их покормил. Они и так были сами сыты, еды им хватает. Так что все у них в порядке. А еще, ребята, самое главное, это посидеть в лесу. Как говорится, отдохнуть от суеты городской. Подышать свежим воздухом. Посидеть в тишине, закрыв глаза. Кайф. Ребят, выходил я сейчас из леса на дорогу. Увидел здесь, принесли лисятам покушать. И малыш сквозанул, побежал. Вот хочу показать. Люди интересовались, что типа лисам кушать нечего. Ничего никто не носит. Вот посмотрите. Рисовая каша с курицей. Здесь, наверное, кабачок еще. Тарелка, ребят, большая размером. Вот с моей рукой сравните. Порция вообще нормальная. С горкой. Вот так. Ну вот малыш пробежал. Не знаю, может быть, сейчас подойдет ко мне, нет. Попробую его позвать. Ну что, ребят, вот я подошел еще к норе. Что наблюдаем? Смотрите, еще люди принесли корм из пачек. Причем час назад, когда я проходил по этой тропе, вот здесь лежал уже корм. Столько же. Вот, пока я сидел в парке, там медитировал, задремал часик где-то. Люди принесли кашу, такую нормальную порцию, и вот еще корм. Так что, ребят, лисам есть что кушать, не переживайте, они собак и кошек не кушают. Так, малыша пока нету. Ребят, смотрите, чичи бежит, язык на бок. Ты откуда прибежал-то? А? Чичи, иди за малышом. Откуда издалека бежит? Иди смотри, там сколько каши тебе принесли. Пошел. Ну что ты, набегался, кушай. Сегодня целый день вам еду сюда носят, носят. Смотрите, уже настоящий лис. Большой, пушистый. Кушай, не бойся. О, а там еще лиса большая. Ребята, вон там лиса, вон. Пышная, большая. Я смотрю, чичи среагировал. Кашу ест. Иди, не бойся. Там каши много лежит. А вот, ребята, чичи кушает. Кушай, кушай, не бойся. Пойдемте посмотрим, там еще лис большой. Если не убежал. Вот, смотрите, ведёро дал. Не бойся, иди кушай. Побежал. Ну ладно, пусть бегает. Ну что, ребят, чичи поел. Иди посмотри, там каши сколько лежит. Идем, идем, покажу тебе, пойдем. Пойдем, 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 посмотрим. Иди сюда. Иди за мной. Чичи. Иди, иди, не бойся. На,
Вот, ребят, кашу надо Чичи показать. Чичи, иди сюда. Иди сюда, смотри. Иди, смотри. Иди, не бойся. Иди, кушай, смотри. Иди, смотри. Смотри, сколько там. Так. Иди, иди, смотри, сколько каши. Так, Чичи сыт уже, ему это не лезет. Чего тебе, каша не хочется? Чего ты? С камерой поздоровался. Пошел. А здесь, ребята, какая-то вообще первый раз в лесу видел. Большая, пышная была. Дёру дал. Чичи рядом со мной здесь ходит. Уже темнеет, где-то 7:30. Так, что там, Чичи? От каши отходит, нет? Все, пошел. Ну что, попробую дождаться малыша. Малыш что-то сквозанул, убежал. Все-таки хочется его увидеть. Он такой большой стал, красивый тоже, пышный. Уже больше Чичи стал. Хотя раньше был самый маленький. А вон ихний папа бежит, кстати. Ага, лис. Он их гоняет, этот папа. Территорию делит. Иди сюда, иди, иди. На. Вам а вон, ребят, вон, Чичи. Да, люди принесли куриное мясо. Кто не съест, то закопает. Ну что, ребят, сейчас наблюдал картину. Пришли две женщины, вот, и принесли покушать куриного мяса. Целый пакет. Ну, то есть я так понял, что курицу разделали. И вот сейчас кормили. Со всех сторон лисы сбежались. Ну просто темно, не видно было. Но 4 лисы здесь присутствовало. Это Чика, Чичи, Батя. И еще какая-то посторонняя лиса здесь была. Я ее вообще не видел. Малыша пока не вижу. Че, ребят, малыша я не дождался. У меня здесь осталось 3 палочки. Не знаю, Чичи подойдет, возьмет. Столько мяса он поел здесь. На, Чичи, иди бери. Он, чтоб пальцы не прихватил. Кушай. Вот. Ребят, берет, смотрите, кушает. Кушает. На. Вот тебя кушай. Кушает, ребят. Представляешь, сколько в тебя влезает. Чичи. На. Кушай. Все, нету больше. Нету. Все. Закончилось. Понюхал руку мою, как обычно. Надо теперь по кругу меня обойти. Ну чё ты? Нету больше. Обнюхивает меня. Пошел по кругу. Ты чё там прицелился? Так, а вон кто-то еще идет. Ну все, ребят, уже темно, и так не видно. Лисы только пришли с разных сторон, появляются, идут на кормежку. Вот еще здесь кто-то, я не вижу. Или батя, или малыш. Ну ладно, ребят, всем пока.